Любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Некоторые отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Будучи чистолюбивыми, они часто идут в политику и благодаря ярко выраженной индивидуальности могут достичь высоких положений. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Склонны проявлять сдержанность и могут быть застенчивыми. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Владельцы этого имени в своем продвижении вперед руководствуются строгими нравственными принципами. Смело встречают различные превратности судьбы и обладают редким даром обращать видимые поражения в собственную пользу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.